самодельный дрон, пилотируемый человеком. Все подробности по конструкции на странице оригинального видео. Ссылка в описании. Колесно-гусеничный экскаватор на универсальной платформе, обеспечивающий экскаватору на гусеницах достаточную устойчивость и проходимость, а на колесах – быстрое перемещение по дорогам со скоростью до 28 км в час. Советский мега-автомобиль прошлого века ЗИЛ-134 с 12-цилиндровым 240-сильным двигателем и гидромеханической трансмиссией. Построенный в конце 1950-х годов для нужд армии и оснащенный системой централизованной подкачки шин, мог преодолевать практически все препятствия, недоступные для других видов транспорта, и при этом имел высокую скорость и мог продолжать движение без одного и даже двух колес. Проект не получил развития и в последующем стал прототипом современных военных тягачей, производимых на Брянском автозаводе. Самая быстрая разгрузка вагонов с углем на специальной платформе, позволяющей опустошить вагоны в считанные секунды. Английский трехколесный спортивный автомобиль Morgan Tri-Wheeler, реплика одноименной модели, производимой с 1909 по 1939 год. Сегодня это уже более мощная и скоростная машина, но сделанная также в стиле своего предшественника. Тракторная косилка в миниатюре с дистанционным управлением, которая из сенокосилки переквалифицировалась в газонокосилку. Самодельный мини-квадрик или самоходная табуретка Шкет 2. Американский микроавтобус Кемпер Airstream Rangeline Poptop, оборудованный всеми опциями комфорта, в
включающими кухню со всеми необходимыми приборами и принадлежностями, туалет, душ, а также две спальни, одна из которых раскладывается на крыше автобуса. И все это позволяет в путешествиях всегда чувствовать себя как дома. Самодельный электромобиль-мыльница от китайского Кулибина, в ходовой части которого использованы электромоторы и детали выброшенных на свалку электроскутеров. Все подробности сборки в оригинальном видео. Ссылка в описании. Самая быстроходная и маневренная итальянская ножничная косилка BC. Благодаря своим первоклассным характеристикам, во всем мире для фермерских хозяйств является косилкой номер один. Английский самый маленький ретро-трактор Ransom's MG6 1953 года с одноцилиндровым бензиновым двигателем, который изначально производился как садовый культиватор. Посадка картофеля картофелепосадочным комплексом в Нидерландах на базе гусеничного трактора Deutz Fahr Agratron 7250TV. Все подробности в оригинальном видео. Ссылка в описании.
Самый маленький китайский зерноуборочный комбайн, которым благодаря высокому качеству и рабочим характеристикам сегодня пользуются фермеры почти всего мира, Франции в том числе. Бассейн с подогревом и открывающейся крышей на гидроприводе у себя дома. Простое, но удобное приспособление из двух крюков с магнитами для зацепа буксировочного троса. Скоростные шахматы на электронной доске, которая вдобавок еще и подсказывает варианты следующего хода. Американская ретро-машинка 1910 года компании Wildman Emf Co. для производства различных видов чулок и носков. Ансамбль роботов из Германии Compressa Head, которого создал один чудак из металлолома и мусора со свалок Берлина. Индексная пишущая машинка 1889 года. Вместо клавиатуры у нее таблица с символами и указатель. Чтобы печатать, нужно наводить указатель на символ и нажимать на клавишу. И так буква за буквой. Сложнейшие деревянные самоходные механизмы гениального нидерландского конструктора Тео Янсена, созданию которых изобретатель посвятил всю свою жизнь. Спасибо за просмотр, и если вам понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал.